напрягаться, Ингель. Ручной труд очень полезен, мистер Бласковец. Он просветляет разум, расчищает место для важных мыслей. Капитан, друг мой. Ола, капитан. Уильям, близнецы толкаются. Мне кажется, они чувствуют, когда ты рядом. Здравствуй. Я люблю воткнуть нож нацисту в самый живот. Чуть скорее. В Мунио больниц нет. Есть парикмахер с ножами и работает. Уильям? Что? Ты как будто меня избегаешь. Что не так? Не молчи. Посмотри на меня. Я железный дровосек. Какая уж тут близость. Плевать. Что-нибудь придумаем, как всегда. А? Ну, почему не попробовать? Потому что я умираю. Чем дольше мы притворяемся, тем тяжелее потом будет. Меня через неделю закопают. Откуда тебе знать? Ты что, в провинции подался? Не говори о том, о чем понятия не имеешь. Да, туалет работает. Ты еще тут, чудила? Тащи свой зад обратно в центр управления, наведешь там порядок. Вертолет ХАС-2 готов к вылету в ангаре. Он подкинет тебя до Галвестона, а дальше действуй по ситуации, милый. Шикарно, босс. Ласковец, отправляйся в ангар и проверь, готов ли ХАС-1 к вылету, лады? Я не смогу быть рядом. Не смогу расти детей. Это невыносимо. Так не сдавайся, Уильям. Потому что я тебя ни за что не брошу. Никогда. Пойдем со мной в душ. Снимем эту штуку, я тебя отмою. Ты воняешь. Нельзя снимать. Я развалюсь на куски. И меня уже не соберут. Я должен идти вперед. Пока еще могу. Вот, Кэролайн. Облажался и все и сказал. Оказалось,
Я берег от боли не ее, а себе. Как дела? Чао, капитан Бласков. Ва! Эй, Фергюс, в чем дело? Я херово пишу письма, вот в чем дело. А, любовное письмо? Не-не-не-не-не-не-не-не. Письмо ни хера не любовное, это анализ эффективности члена экипажа. Хм. Кто она? Мария с топливного склада в ангаре. Хорошая. Ладно. Пиши, Мария. Ваши голубые глаза глубже, чем океан. Заткнись. О. У нее карие глаза, не голубые. Вы отлично выполняете свои задачи, я одобряю. Ваш пыл, настрой. Пыл. А дальше? Мечтаю смотреть ваши голубые глаза за ужином. Верно, Макс? Они карие, дубина. Да, да. Ну ты молодчина, Фергюс. Ты задал новый уровень для определения гребаного дерьма. Я сдаюсь. Долгий день, Бласка. Каждый дольше предыдущего. Посмотри на себя, здоровяк. Бледный, как смерть. Нацистское телевидение тупее не придумаешь. Кто-то должен их остановить. Фергюс туда камней напихал, что ли? Улыбайся, Бласковец. Капитан. Меня будто заживо похоронили. Мы в безопасности, Барбара. Это главное. Не волнуйся. Помню день, когда упала бомба. Ладно. Выясним, летает ли эта птичка, раз Грейс попросила. Забудь пока обо всем остальном.
письмо от подполковника. Merci, месье Блясковиц. Твою мать, эти вопли! Похоже, нужна еще энергия. Рада тебя видеть, капитан. Вертолет крутой и мощный, я сообщу Грейс. Порядок. Вертолет готов. Спасибо. Пора устроить собрание. Макс, что ты натворил? И что теперь делать? Что такое? Он идет. На что это вы все пялитесь? Боже мой! Почему не усмотрели? Ну, Фергюс, ну все заняты, некому быть сиделкой. Заперли бы со свиньей, в чем проблема? Фергюс! Моя любимая футболка, твою мать, Макс! Фергюс, это просто футболка. Не просто футболка. Я получил ее в Кинлосе, и другой такой нет. Так, народ, хорош страдать всякой фигней. Пора уже навести шорох. Эй, англичанин, у вас есть ракеты, ты в курсе? О, так вот почему нам хватило всего одной, чтобы разнести всю крепость черепа. Как же ты доперла, гений ты наш. А, то есть ты знал, но применил всего одну? Объясни мне этот промах, недоумок. Ты впрямь тупой. Да потому что нельзя, твою мать, просто так бросаться бомбами в людей, безмозглая ты психичка. Поешь говна, дебил, я не предлагаю закидывать бомбами города, тощий ты хер. Я что, на нацистку похожа? Не-не-не-не-не. Я бы сказал, ты больше похожа на промокшие от поноса трусы, рыгающие гнусные блевотой, словно вонючий вулкан, извергающийся говном. Зато моя рожа не напоминает огромный выпеченный анус. Я сейчас сблюю, глядя на твою осоловелую морду. Ясно тебе? Почему мы не применяли остальные бомбы? Ясно всем, кто не является законченным идиотом. Нам нужна достойная цель. Ну так вот, я и даю тебе эту цель. Охеренно достойную. Так что сажай свой клоунский зад, тупорылый шотландский мудила. Вопросов нет. Зацени, я отправила чудилу в его родной город Розуэлл, Нью-Мексик. Для подготовки, короче, в убежище чудилы есть туннель. Он выведет тебя прямо к сверхсекретной подземной базе нацистов, где они проводят опыты с какими-то технологиями пришельцев. Розуэлл, Нью-Мексик, говоришь? Это одна из наших. Что это значит? Одна из ваших? Ага. Все тебе расскажи, чтобы ты отправила весточку своим друзьям в Берлин? Нет! Какого хера она тут делает?
Грейс, ты что, она хорошая? Чёртова нацистка! На вашей лодке! Что ты там говорил? Секретную базу, про которую ты говорила, построили наши. Дат Ихут. Это одно из самых крупных хранилищ. Оно находится под землей, там, где сейчас Розуэлл, Нью-Мексико. Оно там уже 1000 лет, с тех пор, когда европейцы еще даже не покорили Америку. Там хранили антигравитационную технологию, которая бы в два счета переломила ход войны. Мы открыли ее для властей Соединенных Штатов Америки, но, увы, было поздно. Америка проиграла, и убежище попало в лапы нацистов. Вот такие дела. Ой-вей. Черт. Чудило сильно расстроится. Он думал, что ее пришельцы построили. Он видел корабль, упавший в 47-м. Так что тебе там нужно? Слыхал про оберкоманда? Да, детка. Там сидят главные фашистские говножопы. Да, нацисты перевезли его в твое убежище, Сет. Что бы там ни было внутри, это нечто важное, что вся нацистская верхушка уехала. Из Берлина в Нью-Мексико. Тогда тебе нужно вот это. Что это такое? Это переносная ядерная бомба. Мы уничтожим оберкоманда. Обезглавим нацистскую верхушку. И дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Ласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл с этим. Вертолет не долетит до Розуэлла. Высадишься на побережье у Галвестона. Оттуда ты на попутке попадешь в Розуэлл. Найдешь суперчудилу в настоящем американском кафе Папы Джо. И заложишь бомбу в сердце оберкоманда. Потом взорвешь его нахер.